В обрядах мысленно святой огонь зажат, под пеплом скрыт, души не согревая. Болит и мечется замерзшая душа, к чужим огням ведет тропа чужая. О, сколько есть чужих огней на свете! Туда влекли, влекут и будут влечь. Кто не пойдет, тому тюрьма и плети, шприцы врачей и огненная печь. Из мглы и тьмы отступник Юлиан велил и звал к чужому алтарю. Но даже дети верных христиан не покорялись хитрому царю. А огни пылали ложным божествам, казались вечными, но гасли, исчезали. И никогда никто из христиан не поклонялся Вилу и Ваалам. Огонь святой от Духа Всесвятого апостолов на проповедь зажег. И рыбаки отправились в дорогу по тысячам нехоженных дорог. Огонь любви им развязал язык на языках, наречиях им чуждых. Рождались в церкви общины святых на основании 12 жемчужин. Стоит мемориал. Огонь пылает, прообразуя муки вечный ад. Тому, кто гнал Христа, в делах его бесславил, их имена почтил епископат. Стоит огнепоклонник в клобуке, сам патриарх, епископат, священство, сжиманный вздох, поклон, венок в руке тому, кого назвали неизвестным. Огонь чужой в языке связал. Тот ощущал, а этот оскверняет. И в церкви видим сонный ритуал с пятидесятницей, не связанной корнями. Куда, куда ведут вожди слепые, скрывая истину божественных угроз? От ног апостольских на нас так много пыли. С кого за это будет строгий спрос? 2 февраля 1984 года.